Эрдоган давно страдает манией величия, и никто в этом даже не сомневается. Его стремление создать этот великий халифат, начиная с границ Армении, заканчивая Ливией, надо сказать, многое у него получается. Он не просто угрожает, он шантажирует Германию уже давно, и Германия идет на этот шантаж. Он играет с Россией так, как он считает нужным. Когда ему нужно, он с ними дружит, когда не нужно, сбивает их самолеты. Я думаю, и Армения стоит сейчас перед серьезным выбором, серьезными испытаниями. Европа как таковая перестает быть политической силой. Сейчас мы видим Италия, Венгрия, Польша, Англия, которая ушла из нее. Вообще Европа — это бутафория полная. И сейчас вот этот колосс, он разваливается. И поэтому никакого влияния на Эрдогана, которому глубоко плевать на ту Европу, которая его не приняла. Они 50 лет стоят в очереди, чтобы их приняли в Европу, а их не принимают. А теперь он в силе сказать: «Да идите вы попляшите. У меня все нормально, моя экономика в шоколаде, а вы сейчас все, благодаря вашим обнимашкам с Соединенными Штатами, пойдете в рецессию и пойдете в серьезные испытания всей системы европейской». Европа перестает быть влиятельным игроком. Это как раз то, что Америка давно запланировала. Она это сейчас осуществила. И вчера, взорвав два потока северных, они уже теперь окончательно лишили немецкую индустрию возможности устоять. То есть все, о Германии как индустриальной державе можно забыть. Соединенные Штаты завершают свой план по разжиганию Третьей мировой войны на территории Европы. А что может Европа, чем она может оказать давление на Эрдогана? Это Эрдоган может на Европу давить. А дайте мне 3 миллиарда, иначе я открою шлюзы и пущу вам всех беженцев. А дали 3 миллиарда, а шлюзы все равно не закрылись. Беженцы как шли, так и идут. И они обязательно взорвут ситуацию в нашей стране, когда социальные выплаты прекратятся из-за банкротства государства. И все. Эрдогану никто сейчас, с Россией он еще может считаться, потому что есть там взаимные рычаги давления. А с Европой он Европу держит за одно место. Европа не может ему ничего предъявить. Пускай думает о том, с кем она есть. И если она не сомкнется плечом к плечу с Россией так, что нельзя будет их разорвать, почти как Белоруссия, то Армению ждут очень тяжелые времена. Я думаю, судьбу ее уже Эрдоган уже нарисовал. Если не будет защитника большого, то будет что-то страшное. Надо, чтобы политики Армении осознали эту ситуацию и приняли правильное решение в интересах своего народа.